Вот представьте себе пару, мальчик и девочка, да? Вот они встречаются, дружат, там, не знаю, ну, все, что входит в отношения, делают. А потом через какое-то время расстаются. Ну, они сошлись характерами, да? И, что странно, они продолжают заниматься сексом по дружбе. Угу. И вот такие вот девушки, которые после того, как они расстались, продолжают заниматься с такими парнями сексом по дружбе, вот это для меня, считай, это самый плинтус, самое унижение, которое ты сама для себя могла сделать. Сейчас я попытаюсь объяснить, почему. А вот потому что этот парень, он занимается сексом с тобой, потому что ты проверенный вариант, потому что ты точно дашь, потому что он подошел к тебе, наверное, и сказал, типа, ну давай заниматься дружеским сексом, все такое. А может быть, он тебе вообще ничего не сказал. Но мысленно, знаешь, о чем он подумал? Он подумал о том, что... Давай не так. Не то, что о чем подумал, а такой мысленный диалог между вами двоими. Он подошел к тебе, как будто бы, и сказал: дорогая, мы будем заниматься сексом с тобой по дружбе. Потому что мне больше некого трахать. И потому что ты мне точно дашь. И знаешь, мы будем этим заниматься, пока не подвернется вариант получше. Ну, получше тебя. То есть другая тёлочка, которую тоже решит мне дать. И самое интересное, да, когда вот эти тёлки, которые подписываются над это, потом какой-то момент им вот эти парни перестают писать, звонить, а еще, может быть, даже в черный список кинут, там, не знаю, во всех контактах. Они думают, куда он делся? Все же было нормально. У нас не было отношений, да, мы там сильно-то ничего не делали, не афишировали нигде ничего. И тут раз он исчез. Что такое? Ладно. Она начинает выяснять, что же такое произошло. Смотрит, а у него-то появилась другая телочка. У нее появилась другая девушка, да. И они начинают ему говорить: да ты меня типа там бросил, ты меня использовал, да все такое. А чего ты ожидала, хочется сказать? Ты сама на это повелась. Если у вас закончились отношения, так забей последний гвоздь в эту крышку гроба, да? Не знаю. Но вот это вообще крайне глупо и крайне унизительно для тебя самой.